Значит, подразумевает. Первое. Нет, просто сядь, сядь. Она под... Ага, так, вы тоже возьмите, вот так, как они поставили. Вот так. О, вот так, вот. Посмотрите внимательно. Видите, вот такие берем, встань туда. Первое. Значит, правила там такие, вышли. Да, там поклоны, соль бросают, чтобы духи плохие ушли. Большая подготовка. Сама схватка 3 секунды. И все. Значит, дальше. Приглашаю. Ходят там. Оу-оу. Это делать не надо. Соль бросать не надо. Дальше. И они вот так не становятся, потому что 120 килограмм они 7 раз в день кушают. Начинают с 5 часов утра. Чинч. Лаура, чинч. Жратва. Лаура, шанс. Чем больше веса, тем легче столкнуться. Проигрыш считается в каком случае? Касание рукой, коленом, любой частью тела. Плюс у них круг. Круг. И там вот канат, вокруг канат, он как камень, жесткий. То есть, если ты вышел на него, все. Но на него падает, конечно. Или больно, наверное. Ну, жесткий. 50 сантиметров высота и сверху татами. То есть, если ты рассматриваешь.
Спасибо.
опять, послушайте, смотрите, значит, у нас не главное, то есть если ты делаешь бросок, да, противник падает на оценку, значит, выигрывает тот, кто делает бросок. Хорошо? Пожалуйста, так же, да? Good job.
Пятый становой угрян. Садитесь на колени. На колени. Садитесь. Вы будете пожалуйста. Так. Сидим сюда, сверху сюда. Так. Дальше. Максим. Да. Сюда. Уга туда. Или против кого тебе? Все равно. Так. Значит, 1-0, 1-1. 2-1. Саша сюда, да, 2-1. Саша сюда, Кристиан сюда. 2-2. Так. Данил. Куда? Аич. Куда? Якову сюда. Так. Катерина туда. Туда. Так, Фабиана, тебе еще честь минуте. Это и все. Хорошо? Да. Так, значит, еще раз, чуть-чуть подальше. Чуть-чуть. Итак, начинаем. Маленькие заканчивают большие. Итак, как вашу команду назвать? Как вашу команду назвать? Тиран. Погружай! Так, хорошо, команда. Погружай! Как? Погружай! Чучундра. Чучундра. Так, пожалуйста. Катрин, чуть-чуть дальше. Итак, команда, которая вы, значит так. Стоп, я считаю, что вы готовы, когда хотя бы одна рука касается. Если две руки не касаются, я ничего не дарю. Победа. 3-1. 3-1.
сейчас чемпион чемодан, то есть. Пожалуйста, еще раз. Ну, решающе!
Встали.